15 мая 2014 года, Санта-Сусана, Испания, чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин, среди женщин, среди юниоров и мастеров. И перед нами Роман Ющенко. Кто ты у нас теперь сегодня? Уже чемпион Европы в категории 70 килограмм. Ты доволен? Очень, очень рад. Я судил твою категорию, как бы, вместе с Танюшей Долгокир. У меня, например, сомнения в том, чтобы кто первый в категории не было. Я, честно говоря, очень удивлен, что ты так, так сказать, эмоционально обрадовал своем выступлении, потому что рядом с тобой реально соперников я не видел. Ну, со стороны виднее, да. Я то есть, если бы тебя поставили куда-то на другое место в итоге, я бы был не просто удивлен, я бы был шокирован. Ну, давай как бы пару слов. В каком ты городе, кто твой тренер, кто тебе помогает? Такие вот вещи. Я с города Киева, у меня два тренера. Один вот стоит рядом со мной, который приехал со мной на чемпионат Европы. Так. Виталик. Виталик, ты его тренер? Да. Хороший у тебя тренер. Тебе с тренером повезло, на самом деле. Да. Я знаю просто этого тренера. Отличный человек. Как, по крайней мере, как человек, это точно пятибалльный человек. Очень много мне помог, очень много. И также остался еще один человек, один мой тренер Валерий Стаценко. В Киеве не смог. У тебя еще и Стаценко тренер? Да. Ё-моё! Это вообще человек, который меня, можно сказать, открыл просто. Который меня притянул в мир бодибилдинга. А откуда он тебя притянул и где он тебя в каком месте открыл? В обычном тренажерном зале. Просто увидел меня и предложил выступить. Вот с этого все и началось. Просто-напросто говорит, давай выступишь, давай, и мы поехали. Вот так вот. Понятно. Скажи нам, пожалуйста, вот ты живешь в Киеве. Кем ты работаешь? Персональным тренером. В каком зале? На данный момент работаю в тренажерном зале «Гладиатор». Это у меня рядышком возле дома. Слушай, ну какой ассоциативный ряд? Я тебя просто перебираю. Ты сегодня выступал тоже как «Гладиатор». Потому что, допустим, все, что сейчас творится в Украине, и то, что сегодня творится здесь, в Испании, в исполнении украинцев. На самом деле это все замечательно. То есть это некоторое противопоставление тому, что спорт – это мир. И нужно всем нам быть просто хорошими, нормальными людьми. А не опускаться до уровня баранов, которые слушают непонятно кого и делают непонятно что. Вот я искренне рад за то, что ты сегодня и победил. И таких, как я, очень много. Вот ты сейчас стоишь, на тебя просто смотреть – одно удовольствие. Удовольствие тебе, на себя смотреть мне. Я так смотрю, понимаю, что тренер доволен твой вдвойне, втройне. Вот. Я думаю, что те, кто зрители сейчас будут смотреть мой портал islav.ru и меня лично Александра Тимошенко своими посещениями тоже поддержат именно твое видео, именно твою победу. Я уверен просто в этом. Спасибо, что очень приятно. Будь здоров, боярин, чтобы у тебя все было хорошо и дальше, чтобы в этом пути у тебя как можно было меньше проблем, и ты, которые проблемы возникают при помощи своих близких людей, их легко и уверенно решал. Спасибо. Виталику привет здесь я передаю, а Валерий передашь привет, когда приедешь там на родину, скажешь, Валерка, Тимоха, привет тебе передал. Спасибо. А он скажет, где привет? Скажи просто на словах. Все, пацаны, спасибо. Спасибо большое. Обнимаем. Спасибо.